бред, я отбежал. Почему Безумка покинул рейдовую группу? Спасибо за рейд. Самого матом, что я-то в сторону начал убегать. Что поздно, что ли? Понятно, Безумка в черном списке. Да, понятно. Ну что, давай соберите, заберем. Давай садись, соберем. Безумка, я к чаю. Все чудовища поверх! Я квадрат нажал, точка жирники сбирают. Че я написал? Он не генерит. А тебе спер мы вообще? Я могу с ГБ тебе подоставать, если хочешь. Это тот план. Я хотел сделать это БДКшником гусь, они. У нас уже был Безумный, зачем помню? Гуся вот я. Как дела? Сейчас великий чернокнижник Вилфред Гипопанс призовет вашего нового противника. Магу крест, ага, вижу. А кто у нас еще не в Дисе? Два человека. Демон!
ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Джарацус, эретанский повелитель Пылающего Легиона! Должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Че, ролят тебе и то, и то? Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Чернокнижник надену. И поплатился за это. Турнир продолжается. Добрый день. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Что я могу тебе отдать? У меня 251. Возьми себе с красным. Они хотели запятнать честь. Давай. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Возьми себе, мне не нужна. Моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. Да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Ну, от страха тотемку поставлю. И дерево. У меня крашнуло, сейчас заебу. Это ДК. Эфир. Точечная, да? Точечная, когда в таргет собираешь на активную. И вот по очереди. Три знания, три фира. Три знания, три фира в дерево. Понял? Поняла точно? И по КД. Отлично. Я возьму Шабада. Там еще ДК слева стоит. Давайте лучше мага сольем. Это сбитие коста будет хилам постоянно. Просто тишину дает, чё?
Войт, приз Неверка, напиши ему, чтобы он по КД массовое рассеивание с памяти. Геру маг ворует, если они Геру встанут, шаббат прям ворует, Геру у него сразу вытащит себе на панельку чаротрат и пить скиллы полезные. Ходки можешь воровать, если будут хилить и так далее. Геру ворует. Не сейчас. Если Кири бежит, наберите Рэм, он бежит. Нет. Так убили звезду. Уже кружок почти. Убили череп, убили круг. Блин, я дисперик, не успеваю. Трусы после чего. Собирать. Надо подождать. Если к вам милики бегут, трогай или ДК, убегай. Стойте на месте. Объясняю, почему милики идут на рейд, потому что милики агрятся на кого меньше всего армии. Это маги, хилы, а там все остальные. Если ДК бежит к вам, первое, что вам нужно делать, разорвать с ним дистанцию, стопнуть ДПС там и так далее, набрать максимальный рейндж от них. Все. Милики стоят три класса, покажу сколько хилов. Три, ну знаете такая, по-моему дурацкая. Только для ДК там. Ну если вам не нормально, можно мне на танк? Медведь нормально, там с уходами, скажусь. Связующий камень не подойдет. Кому подойдет, там тот берите, мне триньки на хп. Тебе это хиловская триня, тебе она не подойдет. Я ж тебе говорил, купи себе зеркальце, 200 ОД стоит на кластера, поменяй вот этот флакон, это мириковская рынка. Давайте только... Во имя темного повелителя, во имя короля Ли.
Есть бы. Ну, я в самом центре стоял. Маг. Меняем. Видите? На другую сторону перевели там. Ему не успели ходку кинуть, он сразу упал. Нет, я чуть-чуть пнула, но этого мало. Видите? Там светлая. Отлично. У меня вот такая вот есть. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Ну, Агро сорвал. Ну как, не успели. Да, да, Агро посрывали. И Агро, Агро. Агро, Агро. Короче, двое умерли от того, что Вальки убили. На мага. Понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь и... Не вижу, Агр. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой...
которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Форд. А что, у Лока Флакон идет только ради крита, что ли? Да. Сильно. Два этих упыря вылезают. Патрока. Ага. На полудень. Жука ловите и бьем жука. Еще бейте по пути. Бегайте быстрее все. Yeah.
Я бы тройной. Хан. Давай побьем. Сову сейчас уронил, не знаю, как сожрали. Кинул щит, все равно подошли, укусили ее. Шкаф дадите, я слетаю на стойку. Ты говоришь ДПС? Три, насколько я помню, мы были. Надо... последнего босса под саппортом. Он тут коряво работает. Урезает, но не 50%. Написано количество. Блин, ну по хилу я тоже, я по мане сел, у меня оставалось 20%. Я даже сказать не успевал, тупо хилил. Ну, 4 жука выдержу, 6 уже вайп. Вы не успеете убить, да, как я буду дефки отдавать. Все, видишь? Ну, я за ДК-шку там был. Я ж танчил тьму. Пересобирать. Всем спасибо за рейд, как бы без ханта не тянем жука, да и ДПС чуть побольше. Я в РС полечу.